В Омской области может появиться китайский завод по переработке дерева. Площадку в России сейчас ищет крупная корпорация из Маньчжурии. Делегация приехала в Омск в рамках международной конференции, посвященной развитию экспорта. На ней представляют свою продукцию предприниматели из 60 регионов России, еще 14 делегаций иностранные. Среди них Беларусь, Казахстан, Грузия, Иран и Китай. Последних, кстати, интересуют древесина, сельхозтовары и продукты питания. Как отметил представитель китайской делегации, у омских предпринимателей есть потенциал, но не все готовы рисковать ради бизнеса. У них сейчас, я чувствую, что в Омске много местных предприятий, у них желание есть экспортом заниматься, но у них нет уверенности, что в экспорте можем, они могут, чтобы не попасть в какой-то риск.